Все еще решается дальнейшая судьба жильцов аварийного дома по улице Петрова. Вопросы от пострадавших продолжают поступать. Представители администрации города встретились с жильцами, чтобы поделиться текущей информацией. Экспертная комиссия Федерального центра науки и высоких технологий вынесла заключение. Дом номер 9 по улице Петрова не пригоден для проживания. Уже на этой неделе планируется начать разбор первого подъезда. После будут решать, сносить весь дом или реконструировать его. В любом случае, вещи собственников нужно вывозить. Мы определили ответственных работников, которые ежедневно дежурят возле дома номер 9 по вывозу имущества собственников с этого дома. Для этого, значит, ежедневно работает от 4 до 7 автомобилей от администрации города, которые бесплатно перевозят имущество по городу Чебоксары. Для тех, кто разместился у родственников, организованы места складирования вещей и мебели на базе водоканала. Те, кто все же принял решение перебраться в общежитие лицея имени Лебедева, вещи могут забрать с собой. В лицее много свободных помещений. В данный момент комнаты выглядят явно нежилыми, но в общежитии начался ремонт. К моменту заселения в каждой комнате будет розетка, освещение. На каждом этаже появятся кухня и стиральные машины. Озвучивали жители и другие проблемы. Убраны, да, дома нет. А вот если придет письмо там или извещение, куда, как, кому, где искать? Извещение, значит, надо продумать. Продумаю этот вопрос обязательно. Значит, то, что мы переселяем на гражданскую 54, об этом будет объявление. Значит, что всем жильцам извещение и письма направлять. Перенаправлять будут на гражданскую 54. Они будут на вахте, и вы все будете получать на вахте корреспонденцию. Для ответов на вопросы собственников и арендаторов организована работа горячей линии с 8 утра до 5 вечера по телефонам 23 44 72, 23 44 73 и 23 44 56. Анастасия Алексеева, Александр Петров, Республика.